Мама обожает воз, очень любит хата. Этим именем пеклась у меня дочка назвала. Мама, я тебя люблю. Сколько всего вложено в слово «мама»? Особенная теплота, нежность и безграничная любовь. Говорить о самом родном человеке дети решили стихами. Необычный сюрприз – литературный трамвай подготовили дошколята в преддверии Дня мамы. Ее знают все на свете, потому что мама – брат, люди взрослые, и дети все желают ей удачи. Очень приятно, неожиданно, мы не ждали такого. Ну, думали, как обычно все это будет происходить в садике. Устроили поездку на трамвае детям. Хочу поздравить всех мам с наступающим праздником. Желаю всем здоровья, долголетий. Настроение очень хорошее, очень приятно, что наши детки приготовили нам такой сюрприз, устроили такое великолепное путешествие по городу и рассказали такие замечательные стихотворения. Очень тепло на душе, очень приятно. Всех мам с праздником! Строки, которые посвятили дети своим мамам, написаны нижнекамской поэтессой Рымзией Валеевой. Сегодня она тоже здесь. Каждый в литературном трамвае хотел поздравить своего самого близкого человека. Моя мама больше 30 лет работала водителем трамвая. И у Рымзии Валеевой есть такое замечательное стихотворение «Моя мама – водитель трамвая». Смотрите, вот мама, водитель трамвая. Я мамой своею горжусь. Колеса бегут по цветущему маю. Я к маме в трамвайчик сажусь. Мы едем по рельсам, ни пыли, ни газа. Смотрю я на город в окно. А люди вокруг узнают маму сразу. Работает мама давно. Не зря говорят, пока есть мамы, все мы дети. Я тоже любящая дочка. Моя мамочка живет в другом городе, но всегда смотрит наш телеканал. И поэтому я хочу поздравить ее с наступающим праздником. Родная, это для тебя. Мама, друга нет дороже. Веришь ты в наш каждый взлет. Кто еще, как ты, поможет? Кто еще, как ты, поймет? Украсили литературный трамвай тоже по-особенному, своими руками. Главной наградой для детей были улыбки их мам. День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник попадает на 25 число. Алсу Арсланова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.